Этой весной руководством ОАО «Росспиртпром» было принято решение об остановке производства на Петрозаводской ликерке. В итоге сотрудников предприятия ждет массовое сокращение, а казна недосчитается как минимум 200 миллионов рублей. По словам главы республики, в прошлом году проблему попытались решить законодательно с помощью дополнительной субсидии. Однако депутаты карельского парламента отклонили необходимую поправку в бюджет. Трижды был заход, трижды депутаты не поддержали, причем одна из фракций категорически была против. И сегодня та же самая фракция задает мне вопрос, сказать, вот я же встречаюсь раз там в полтора месяца, два раза в квартал, раз в полтора месяца с депутатами, а что у нас будет с ликероводочным заводом? Я говорю, простите, а почему ко мне вопрос? К вам вопрос. В настоящее время правительство ведет переговоры с Росалкогольрегулированием и руководством Росспиртпрома. Как рассказал глава, у ликероводочного завода все еще есть шанс удержаться на плаву и сохранить производство.